Тут кто-нибудь есть?
Пора покончить с этой глупой игрой. Нужно что-то.
Да. Нужно что-то? Рад снова тебя видеть. Так вот. Это ты, протеже Бриннильфа, да? Хорошо. Я очень надеялся, что ты не забудешь. Как и было обещано, вот твоя награда. Это часть моей выручки, полученной от клиента. Не знаю, ага. Товар берешь. Прости, Пэт. Последняя партия скумы была... качество, какое я только видел за последние годы. Просто повезло. Нашла одного типа, который знал другого. Ну и дальше все само собой получилось. Если хочешь, я с удовольствием... Только быстро. Время, деньги. Ты, наверное, хочешь получить свою долю? Держи. И я потеряю прибыль, когда товар уже пошел? Нет, спасибо. Думаешь, это все? У меня еще полно для тебя работы. Ищешь работу? Как настроение, Лекс? Так это ты новичок, да? Что ж, значит, мы с тобой очень...
Одно дело говорить, что у тебя есть воровской талант, и совсем другое его имя.